облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. На даче белья накопилось, придется вручную стирать. А сосед отдыхает, у него стиральная машина от Титана. Перекусить бы, вот не задача. А сосед сытый, у него холодильник из Титана. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Иди не к соседу. Для всех и каждого компания Титан. Сотрудники скорой помощи определили состояние водителя Таурега по манере его вождения. Внедорожник вилял из стороны в сторону и в конце концов протаранил автомобиль скорой. Подробности происшествия в сюжете Сергея Пичугина. С крайнего левого ряда начали перестраиваться вправо, да, так понимаю? Все понял. Водитель Таурега Анатолий свою вину признал. По словам мужчины, он попросту не заметил машину скорой помощи. Не заметил скорую. Перестраивался в правый ряд. Она без маяков ехала? Видимо, с мигалками унеслись и, соответственно, не заметила. А вы с какой скоростью примерно ехали? Ну, небольшая, мы только с перекрестка тронулись, 40 часов. Если верить водителю «Газели» Сергею, он ехал с вызова с выключенными маяками. Ему и его коллегам сразу не понравились маневры Анатолия. Водитель стоял, это сама. Уже зеленый загорел, он то едет, то не едет. Врач мне говорит, что говорит, человек-то пьяный или задумался. Короче, он поехал. Ехал посередине. Я начал это его обходить как бы слева. Он не пускает. Он блядь. Я начинаю вправо, он тоже вправо. По словам Анатолия, он ехал с работы домой. За рабочий день сильно утомился. Трезвый, все, чувствуете себя как хорошо, да? То есть ни усталости, ничего такого нет? Может быть? Нет, мы под вечер всегда усталость. Утомленность, да? Инспекторы дали понять, что от водителя Таурега пахнет спиртным неспроста, и расчехлили алкотестер. У нас допустимо 0,16. В курсе, да? Анатолий Алексеевич. Обратите внимание. Сейчас за пьяные маневры Анатолию грозит лишение права управления на 1,5 года. Также придется заплатить штраф 30 000 рублей. Сергей Пичугин, место происшествия.